Приветствуем вас, друзья! Сейчас мы закончили отдых в отеле премиум-класса Штегенбергер Альказар в Шарме, Египет. Полный обзор этого отеля скоро будет на нашем канале. Подписывайтесь, чтобы не пропустить это видео. А сейчас мы хотим поделиться полезной информацией, как быстро и недорого пройти все пункты контроля, включая регистрацию, на рейс в аэропорту Шарм-эль-Шейх. Для удобства мы также отдельно заказали трансфер. Друзья, если кого-то интересует трансфер в аэропорт или встреча в аэропорту, пишите в комментариях, мы дадим вам ссылку на наших египетских партнеров и укажем стоимость этой услуги. Так, мы подъехали к аэропорту, нас уже вот встречают ребята, которые будут организовывать нам быстрый проход. Как вы видите, на вход в терминал уже терминал собралась большая очередь, мы мимо них всех проходим и идем на первую рамку металлоискателя. Таким образом, мы буквально за пару минут прошли первый пункт контроля и заходим, подходим теперь регистрироваться. Здесь также собралось уже много людей. И мы мимо них всех, опять же таки под их добродушные взгляды, готовые нас задушить на месте, проходим мимо всей очереди, отдаем паспорты и документы нашему представителю, и багаж у нас быстренько регистрирует, и мы идем на паспортный контроль, где также стоит отдельная вот стоечка VIP-сервиса, и мы проходим уже на последнюю рамку. И мимо всех людей, тут порядка 100 человек уже в очередь собралось в 4 ряда, проходим мимо них всех, и за парочку минут еще мы уже зашли внутрь аэропорта. То есть все это у нас заняло весь проход с регистрацией буквально 10 минут. Друзья, кого интересует такой сервис, пишите вопрос в комментариях. Мы укажем, сколько это все стоило, и дадим вам контакты, где можно заказать эту услугу без дополнительных переплат. После прохождения контроля они еще предлагают пройти за доплату в бизнес-зал, ну или по карточкам премиум-класса. Но я вам скажу, там делать нечего, алкоголь там не наливают. Ребятки, если видео было полезным, не забываем поставить лайк. Очень, конечно же, будем благодарны за подписку. Ну и задавайте вопросы в комментариях, будем рады ответить. Всем добра, будьте здоровы, до новых встреч.